Всем привет! С вами вновь Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я хочу рассказать вам про курс «Реактивные деньги», который обещает нам заработок от 9000 рублей ежедневно, используя всего лишь один сервис и совершенную технологию онлайн-заработка. Кто автор данного курса, неизвестно. На этом довольно-таки немаленьком сайте нет ни одного упоминания, кто автор данного сайта. Также нам говорят, что это лучшая система для интернет-заработка 2019 года. Ты отдыхаешь, а деньги капают автоматически каждый день. Предела прибыли нет. Все гарантировано быстро и легко. Также здесь есть вот такое вот обновляемое число. Сколько осталось копий? Я зашла на этот сайт где-то уже час назад, и тогда оставалось 20 копий. Сейчас мне показывается, что осталось 2 копии, и это число не меняется. Поэтому я уверена, когда бы вы ни зашли, копии будут все равно доступны. Если вы откроете сейчас сайт, то увидите, что копий, конечно же, осталось не 2, а больше. Это сделано, чтобы мы долго не мешкали и побыстрее приобрели чудо-курс «Реактивные деньги». Здесь есть отзывы, есть как мы не будем зарабатывать, что нам гарантируется. Но на чем именно основан данный курс, вообще не сказано. Нет никакого упоминания, что именно будет происходить после приобретения курса. Нам нужно просто настроить и запустить какую-то суперсистему и все. В основном, когда нет никакой конкретики, что это за курс, на чем основан заработок, то по сути и курса-то самого на самом деле тоже не будет. Всегда есть автор, есть конкретно о чем курс, на чем основан заработок. Это всегда должно быть указано. Также мне очень нравятся эти фотографии, которые явно взяты с интернета и просто в фотошопе вот так вот вставлена якобы картинка данного сайта. Но это очень легко делается. Это изображение сильно не вписывается в эти все изображения. Видно явные контрасты, и точно могу сказать, что это не оригинальные фото. Сайт очень даже большой, можете с ним ознакомиться самостоятельно, но нужно обязательно прочитать отказ от ответственности, где сказано, что все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения получения доходов и прибыли всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих заработков и не являются гарантией их получения. А также все риски по неполучению доходов мы берем на себя. То есть здесь не стоит рассчитывать, что мы приобретем какой-то курс и сможем с помощью его заработать, хотя нам обещают обратное. Только якобы сегодня стоимость курса 305 рублей. Я уверена, это не так. И зайдя даже завтра на этот сайт, мы увидим ту же самую цену. Получу курс сейчас. Здесь нас встречает еще некоторый текст. Здесь нам предлагают получить не просто курс «Реактивные деньги», а курс «Денежная кладовка», который позволит нам увеличить свой заработок с 9000 рублей в день до 15000 и больше. И заплатить 490 рублей, а не 350. Данное предложение якобы ограничено, только в течение часа мы можем оформить это предложение в ряду покупки обычного курса. Сейчас я приостановлю видео и приобрету курс, хотя это нужно делать на странице оплаты от сервиса по продвижению мошеннических сайтов ePay. И, конечно же, это уже говорит о том, что явно мы не на добросовестном сайте. Вернусь к вам после оплаты. Платеж я оплатила. Для меня теперь опять есть специальное предложение заказать настройку под ключ за 500 рублей и заказать настройку под ключ 1500 рублей. Нам говорили, что данный метод не требует дополнительных вложений, но только стоило нам якобы его приобрести, как нам говорят, что мы можем заказать еще за дополнительные деньги некую настройку. Давайте просто скачаем курс. Сейчас я его разархивирую. YouTube альтернатива 2018. Зарабатывает 1000 долларов в месяц на видео без YouTube. И ниже реактивные деньги 2018. Нам предлагают работать на платформе TopBuzz. Нам показывается заработок, скриншоты заработка, немного истории.
Это Buzz, это медиаплатформа, где вы можете загружать видео и GIF. Единственное различие в том, что Top Buzz поддерживает также еще и статьи и фотоальбомы, в отличие от YouTube. Явно заработок не такой, как нам обещали. Нам говорили, что нужно настроить систему и сидеть получать денежки. Явно здесь просто настроить не получится. YouTube против Top Buzz. Вот как начать зарабатывать. Загрузка видео. Загружать видео, люди смотрят, вам платят за это. Размещение статей, написать свои статьи, перевести их на английский язык и загрузить на Top Buzz. Загрузка GIF, размещение альбомов, загружать видео на какой-то сервис, либо же размещать статьи. Кто умеет писать на английском статьи или загружать какие-то гифки. В итоге курс явная ерунда. Мы могли вполне зарабатывать и на YouTube, если кто умеет, а кто не умеет, не заработает и на топ-базе. Поэтому явно реактивные деньги – это не то, что вы искали. Если нам говорили, что здесь без YouTube и других видеохостингов, то это не так. Нам предложили аналог YouTube и предложили на нем зарабатывать. Так что данный метод я вам не советую. Явно уже через 48 часов вы не сможете зарабатывать на незнакомом сервисе, тем более от 9000 рублей. Не тратьте деньги зря и не тратьте их особенно на такие горе-курсы. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Будьте осторожны, всем пока!